виноград посрезали весь. Видишь? Я говорю, виноград с дома посрезали, вон, видишь? Корешки остались. Ну, наверное, это пойдет. Да нет, это ж лоза, она ж по-новому должна расти. Решили, что это лишнее для интерьера здания. Тут вот почему запах тебе бросился, потому что тут запах от отдельной машины. В общем, воздух чистый, но машина проезжает и дает, понимаешь? В Москве там уже все уплотнено. МВД, управление областное. Так. Парковый ручей выглядит, он вытекает. Я ее 2 года назад там всю пролез. Парковый ручей. Такой полноводный. Знаешь, вода почище вытекает уже. Озеро почистили, да? Ну, конечно, вот все его надо чистить, укреплять тут берега, да? Видишь? Остатки-то былые, вон, видишь, эти крепления остались по бокам. Как обычно. Угу. Пойдем по Чайковского сейчас.